В поселке Северный Белгородского района в разгаре строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Развитие массового спорта – одно из приоритетных направлений в регионе. ФОК, строительство которого планируют завершить к концу лета, станет первым в поселке и будет востребован как у детей, так и у взрослых. Прямо со стройки репортаж Виктора Лукьянчикова. В поселке Северный более 10 тысяч жителей. Население продолжает расти, идет активная застройка в районах ИЖС. Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса – необходимость. В поселке нет ни одной подобной площадки. Писали много заказов, даже черные списки, обращались к губернатору, жителей Северного, о том, что у них отсутствуют спортивные объекты, объекты культуры нового образца. И поэтому было принято решение их строить. Раньше здесь был пустырь. Строительство началось с выравнивания площадки. Отсюда вывезли более 20 тысяч кубов земли. На сегодня выполнено 30% работ. Залит фундамент, собран каркас, а это 225 тонн металлоконструкции, возведены стены и кровля. Материалы, которые используют строители, отвечают самым современным требованиям большинства местного производства. Особое внимание пожарной безопасности строения. Краска не горючая, конструкции обработаны огнезащитными составами. Мы тут работаем, как я уже повторился, с марта месяца. У нас контракт заключен, достаточный объем финансирования, это более 80 миллионов рублей строительно-монтажных работ. На сегодняшний момент у нас уже освоено более 20 миллионов. Значит, по графику производства работ объект будет у нас сдаваться в августе месяце. Значит, настрой у нас боевой, мы спланировали весь свой производственный цикл и процесс как раз к этой дате. Половина финансирования идет из бюджета региона, остальное – деньги района. Уже в июне строители планируют приступить к отделке здания и благоустройству территории. Общая площадь ФОКа – 3000 квадратных метров. Внутри будет большой спортивный зал с трибунами для игровых видов спорта, тренажерный, зал для борьбы, медицинский кабинет, душевые. Новый ФОК будет открыт для всех. Все современные здания, которые строятся, оборудованы у нас санузлами для людей с ограниченными возможностями. Будут предусмотрены подъезды, подходы, пандусы, стоянка специально выделенная для людей с ограниченными возможностями, что даст возможность физкультурно-оздоровительному комплексу принимать всех людей. В новый ФОК будет закуплено самое современное оборудование, и совсем скоро здесь можно будет ставить спортивные рекорды. Виктор Лукьянчиков, Евгений Кравцовский. Новости мира Белогорья.